И всем привет, ребята. С вами, как всегда, я Антон. Спасибо, что посетили мой несчастный канал. Натаха, тебе привет. Спасибо, что подписалась на мой канал. Шура про тебя тоже не забыл. Учтите это. Что она превратилась в Мию. И сегодня я заканчиваю последнюю часть Resident Evil 8 Village. Сейчас пойдем крошить Миранду. Теперь я уже за Криса. Итана якобы убили. Но якобы вы узнаете чуть позже, кто захочет. Ну, в общем, вперед. Погнали. Я думаю, не больше часа мне займет. Так, что, я один попер? Где мой спецназ? Так, что там у нас тут? Ой, ты чё? Странный автомат. Хотел прицел открыть, а он херячит. Вот что значит мышку с Алиэкспресс покупать. Ну ничего. А, вот мои пацаны. Фига себе, у Миранды там. Смотри на. Убийцы. Умбрелла, блин. Боже. Чё, долетались, да, пацаны? Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. Так, чё, у меня только граната. Это хрень, которая наводится. Автомат и пистолет, да? Так, ну куда мне тут шпиговать? У меня скопление враждебного биооружия. И больше, чем у тебя. Один на чеку. Как круто, пацаны, легли. Так. Идем. Скопление биооружия. Биомассы. Опа. Смотри, в голову и все. На западе чисто, выдвигаюсь. Понял. Заметил судно BSA. Два охранника. Я справлюсь. Осторожнее. И мой замок, а? Мутами целей. Значит, Миранда наверняка там. Вперед! Ох, ёшкин. Ваш мутами целей. Вы меня не тронете? Вижу крупное оружие. Вот так. Понял прикол. Не ожидал, что BSA им строит серьезный штурм. Они тоже с Мирандой следили. Да и будут задающим, что я на позиции головы не выпадаю. Придется чуть подождать. Ясно. Это Тундра. Я оставил припас в одном из домов, капитан. Можешь забрать. Типа здесь, да? В одном из домов. А, я здесь был, я здесь сейф открывал. Круто. Хера там боеприпасы поставили. Так, куда нам бежать? Ага, явно не сюда.
Свинарня. Пацаны, отдохните. Хорош напрягаться. Сероглазый, мне нужна помощь. Спокойно, братуха, лежать. Впервые вижу такую голову внутри цели. По одному, пацаны. Не спеши, не спеши. Не фигня. Кто меня ранил? Пусть ты, Робин Гуд. Ну, лежать. Я тебя вижу. Пацаны, вам привет от бабушки. Да сколько вас есть, что ли? Ваши загогулины растут повсюду. Я добрался до цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Давай, где наша F-16? Ага, отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Обалдел, нет? Туда движется целый рой. Хрена себе минутку. Я эту минутку здесь могу не протянуть. Повыше стрелять, отбор. Я чуть не срался, а тут оказывается. Ага. Хорошо, что я в Battlefield играю. Натаха, ты слышишь? Лесь быстро разрастается. Что-то явно ускоряет ее. Давай, 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 пока мы эти твари не. Перезаряжаюсь. Торможу, торможу. Терраса в деревне ночью, как светло. Гранат у меня нет. Не, перезаряжаюсь. Нужно подождать. Болочь. Перезарядился. Подожди, не могу я стрелять. Тут жопа. Не успеваю. Валь. Опа, инъекция. Так, переходим не на поле, а на автомат. Давай, 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 пали, пали. Падла, с лука стреляют. Получи. Хорошо. Гумицели, вероятно, внизу. Так, куда шлепать? Прям туда? Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Ты понял?
Да, похоже, седьмой резидент меня вообще сильно зацепил. Ну чё, Итан, давай... Ой, Итан. Крис. Итан, нельзя вспоминать, он погиб. Ну? Кто там бормочет? Скотина, глянь на него. Бля, одна граната. Охраняешь мегами целей? Лоба, у меня тут крепкий чёрт. Нужна твоя помощь! Босс, ты под землей. Крыша есть дыра! Целься туда! Хорошо, выдвигаюсь! Держись и жди меня! Хуя себе, говорит, держись! Как я тут продержусь? Сейчас он как шарахнет меня этой херней. Падла. Хорошо, я подам сигнал указателям. Да, сколько можно? Я угадал. Не гони. Перезаряжаюсь. Минутку. Качказавр. Вот, блядь. Да, капитан, я перезарядил. Жду твоего сигнала. Сейчас тебе будет капец, лодочник. Бля, мимо, сука. Капец. Притормози, перезаряжай. Да все уже не надо. Сдох. Двигаюсь дальше. Тем остальным не спускаться вниз. Раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Вот она, пожил. Его. Это мегамицелий. Ну что мы будем с ним делать? Отряд, прием. Мегамицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Нихера себе печенка. Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Капитан, я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... Зря мы не рассказали план Итана. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Да уж. Это лаборатория Миранды. Мне эта лаборатория напоминает, если кто смотрел фильм, как он, с чужими, Прометей, там где робот, дурачок, дошел до всего этого. Да. Они управляют биооружием с помощью этого. О-о-о.
Так, где-то тут, где-то тут. Должна быть наша Мия. Вот она. Руки наверх. Руки наверх. Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят, чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война во всё, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой! Не бросай меня! Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас! Мы переехали сюда, сделали все, как ты просил! Я не спорила, лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он... Итан, все. Я не спас его, но спасу Розу. Идем. Надо увести тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный. Итан особенный. Ну да. Еще как особенный. Так, вот здесь тихо и надо смотреть, чтобы все поняли, те, кто в танке. Что происходит? Тут кто-то есть. Холодно. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Черт, мое тело. Смотри, дурак. У Итана пальцы хотя бы есть здесь. Эвелина, ты тоже здесь? Ты мертв. Смешно, мертв? Да? То есть, Миранда, она... Нет, я должен спасти Розу. Нет, Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. О чем ты? Я же могу. Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают? Вспомни. Три года назад в доме Бейкеров. Да, точно, он же ему ногу отрезал. Джек тебя убил. Точно. Ты умер там три года назад. В доме Бейкеров, да. Это невозможно. Бред. Охренеть, натуре. Ты не должен, по идее, тут расхаживать.
Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Точно. Но, а я что-то думал, что он заразился в этой части. Я это сделал. Роза. Мия. Я... Теперь дошло, ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью? Нет. Роза, я должен спасти дочь. Но ты уже мертв. Мертв. Я спасу свою дочь. Сейчас осталась Миранда. А, это сейчас герцог меня везет. Очнулся, наконец. Уай, какая-то там колбаска висит. Я бы сейчас с удовольствием бы сожрал. Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что явится Миранда? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда едем. Даже подъезжаю. А, круто. Спасибо. Лен всегда прав. Итана, вы совершенно уверен? Боюсь, что вы развалитесь. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Круто. Увы, я сам не знаю ответа. Приехали. За мной должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да, выбора нет. Надо идти. Ну, пойдем. Надо забрать розочку у Миранды. Только что-то я еле иду. И куда иду? Герцог, ты там это, далеко не уезжай. Походу сюда. Так, а ну, крыжовник, постерегись. Я там машинку записи нигде не пропустил. А то что-то я не сохранялся уже с фабрики Гейзенберга. Что-то есть здесь, но мы, конечно, зайдем. Мало ли. Зашел. Спасибо. Я думаю, там то же самое. Похер.
Отвали! Да ну тебя. Да не, у меня что-то есть. Охуеть. Прошу прощения, мне тут немножко игра вылетела. Так что продолжаем. Где наша последняя битва? Отвали! Да сдохни, господи! Надо идти. Да надо, надо, вперед. Давай! Открывай свои эти заусеницы. Нахрен, Ева. О, я так по тебе скучала. Что? Почему я теряю силы? Роза! Что-то глазулька у тебя протекла. Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне розу, слышишь? Сама такое тело сделала. Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Забираем. Верни. Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту. Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Твою мать, ты еще, сука, страшнее стала. Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лжепотомство и пробудил великие видимые цели. Ох ты, блядь. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь... Ой, блядь. И на ней. А если вот так? А вот и я. Ой, ой, блядь. Скотина. Почему ты мешаешь мне? Да мешаешь ты мне, а не я тебе. Что Роза моя дочь, а не твоя. Потаскуха. Он даровал мне эту чудесную силу. Но она же только снесла тебе крышу. Рано или поздно все мы умрем. Куда подевалась, падла? Ты сука. Это ж надо, падла убила, блядь. Падла, блядь, а? Бля, опять все заново. Да ну нафиг. Не, мы это, конечно, пропустим. Ты исполнил свою роль. Ты истребил мое лучшее потомство и пробудил великие мирные цели. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. И ведь знаешь, как всегда.
эту чара крылатая, ты где? Когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь? Я вытащил меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу. Блять, надо было к герцогу все-таки зайти напоследок. Нахрен я с этой парашей в нее стреляю. Дай девочку. Че, попал, да? Потаскуха. Натаха, вот смотри, за тебя воюю. А ты, Уин, можешь смело верить мне сюрприз. Отдохни. Черт, а с два. Срастив Розу снегами целим, я смогу наконец возродить свою дочь! Я ждала тебя. Проститутка рублевая. Столетие! Все ради этого дня! Хорош пиздец, сейчас тебе все равно каюк. Стой смирно. Ты ходячий труп! Да, я это где-то уже слышал. Ух ты, ёпта! Ух ты, это твоя смерть, Итан Уинтерс! Хрен тебе! А сейчас, чтобы ты исчез на смерть! Вот так вот. Кряхтелась. Паскуда. Хера у тебя сзади там эмблема. Не тяжело носить ее? Моя дочь! Моя Ева! Какая Ева? Дура, проснись. Это моя дочь. Сейчас мы твою статуэточку тоже герцогу продадим. А, хотя не продадим. Меня тут самого сейчас продадут. А вот моя дитятка. Розита. Роза! Тихо. Тихо. Роза, все хорошо. Все хорошо. Да, Роза, будет все хорошо, когда я куплю дополнение и пройду. За... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пипец рулем называется. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! Кого очнись, Итан рассыпается на как пепел. Крис, как в 30 Итан, дней ночи. Ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан! Надо идти. Давай, забирай их обоих и чешите оттуда. А то сейчас будет кобздец. Печенка эта движется. Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия? Я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Да. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебя! Прощай, моя девочка.
Когда он детонатор успел выхватить? Ну, печенка, держись. Сейчас расплачусь в натуре. Роза! Херак рей скачок. Вверх! Вверх! Поднимай нас! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось? Где? Ой-ой-ой. Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Пипец. Они заплатят. Village. Ну все. Похоже, Антошка добил сегодня. Но самое интересное было в девятой части. Очень интересно. Про герцога, про Итана. Это будет очень интересно. Вообще, я очень любитель Резидента. Мои самые любимые части — это 2, 3, 7 и 8. На данный момент. Короче, нет. Я не знаю, почему люди по масс ходят там по четверке. Сюжет говно, по сути. Вообще не понимаю, почему там люди с ума сходят. Да, новый ремейк, он по графике превосходный. Он похож на 2, 3. Один движок, но сюжет щит. Я хочу поиграть, потому что, ну, это Resident. А вообще, по сути, четверка, пятерка и четверка — это хуже некуда. Даже 6 лучше. Ну, это мое мнение, конечно. А там можете думать, что хотите. Но я считаю, эти части вообще никак не относятся к Резиденту. Херня какая-то. Ну, я имею в виду 4 и 5.
Я уверен, когда девятая часть выйдет, продолжение Village, то четверка ремейк просто отдохнет. Ты даров взяла сполна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Хотелось бы дождаться окончательной заставки, но я не буду этого ждать, наверное. Вы и так все знаете, можете и так все посмотреть в интернете. На что, как бы, цепляет продолжение Village. В общем, ребята, спасибо, кто смотрел. Ставим, пожалуйста, лайки, подписываемся, пишем комменты. Натаха, Саня, те, кто меня смотрел, спасибо. Я с вами тоже. Спасибо, что смотрели. До скорого.